В конце 2015 года в Южном Подмосковье была создана Ассоциация развития промышленности и производства. На заводе «Металлист» прошло второе рабочее заседание, на котором участники обсудили проблемы промышленности и алгоритм взаимодействия между участниками межмуниципальной ассоциации. Спасибо санкциям за возможность развиваться. Эта цитата прозвучала на втором заседании вновь созданной Ассоциации развития промышленности и производства «Южное Подмосковье». В непростых экономических условиях промышленники нашего региона пришли к осознанной необходимости решать проблемы совместно. Директор завода «Металлист» Сергей Онищук отметил, что общение необходимо ввиду недостатка информации о работе предприятий даже в масштабах города Серпухова. Когда начинаем встречаться и вот общаться, да, мы понимаем, что вот куда, зачем далеко ходить. Вот есть соседи, у которых, допустим, есть техпроцессы, допустим, или есть какие-то там, допустим, оборудования, которые у нас нет, допустим, да, закупить его сложно. Мы можем в кооперации решить очень много вопросов. В Ассоциацию развития промышленности и производства Южной Подмосковье пока вошло 10 предприятий Серпухова, Протвино-Пущино и Чеховского муниципального района. Каждый руководитель рассказал о своем производстве, предложил свои возможности в плане оказания взаимной помощи коллегам в регионе. Так, например, завод «Металлист» готов к импортозамещению двигателей. Вот вы знаете, мы там получали секонд-хенд из Германии, из Израиля, других. Значит, это МАН, Мерседес, Комацук, Катерпиллер. То есть вот этот набор мы можем здесь на площадке делать «Металлист». Встреча носила конструктивный характер. Каждый промышленник представил свою концепцию развития региона и выразил надежду на то, что Ассоциация развития промышленности и производства будет органом, который позволит решать проблемы на высшем уровне. Подробнее с деятельностью ассоциации можно ознакомиться на официальном сайте. Следующее заседание промышленников намечено провести в марте в Протвино. Елена Киселева, Александр Поваляев, Ольга Волкова. Общественное телевидение «Серпухов».